Дорогие друзья, это моя повесть «Бежать, бежать», написанная в 2009 году. Ее электронный адрес proza.ru, моя страница. Милости прошу. Готова, ставлю число, да и русскую подпись под ней. Только желаю сказать на прощание слово тем, кого лирой воле создал своей, тем, кого лирой воле создал своей. Герой, герой, кто добр, а кто зол, что ждет вас завтра, слава или стол? А правда только мастеру лишь воланды гласят, рукописи не горят, рукописи не горят. Мог бы я вас разорвать на отдельные клочья, мог бы и сжечь, будто Гоголь поэму свою, но я дошел вместе с вами до самой до точки и не пойму, как я вас ненавидя люблю, и не пойму, как я вас ненавидя люблю. Герой, герой, кто мудр, а кто глуп, слабо попасться критику на зуб. А правда только мастеру лишь воланды гласят, рукописи не горят, рукописи не горят. Я пережил древнегреческий с вами катарсис, мерз и горел, и в постели любезничал я. Если издатель мне скажет, не суйтесь, не парьтесь, верю, читатель найдет и полюбит меня. Верю, читатель найдет и полюбит меня. Герой, герой тетрадок и пера, идите в жизнь ни пуха, ни пера. Конечно, только мастеру лишь воланды гласят, рукописи не горят, рукописи не горят. Тетрадок и пера, идите в жизнь ни пуха, ни пера. Конечно, только мастеру лишь воланды гласят, рукописи не горят, рукописи не горят, рукописи не горят.